Всем привет, дорогие одногруппники! Вот сегодня хочу просвидетельствовать за такое прекрасное чудо. Часто, я вообще-то через каждые 2 месяца мне делают пигмса из-за того, что у меня очень густая кровь, у меня были тромбы. Вот, и я месяц, как я посещаю это самое, спелю камеру, пью соль от сосудов, очищаешь от кишечников солью. И я сегодня была на проверке пигмса, проверяли кровь. Вы знаете, сегодня врач, он даже удивился, он говорит: вы что пьете, что вы там употребляете, что у вас кровь сейчас стала в лучшем состоянии, она мне разжижилась. И я хочу сказать всем, нашему мистеру Киму и также Ольге Васильевне за этот группу Надион, за моего лидера Шинажелу, то, что она привела от нас, меня, вот муж со мной сидит, вот мы сидим, Господь, пьем сейчас, очищаемся соленой водой, вот мой муж показывает себя, вот, и почти каждый раз приезжаю, каждую неделю приезжаю, и вот мы в этой камере сидим. И мне стало намного-намного лучше. Спасибо всем.